цукини в мультиварке можно приготовить без масла, добавив к цукини другие овощи, сливки и сыр. Получится превосходное блюдо, ароматное и нежное, а при помощи мультиварки вы его приготовите быстро. Для приготовления блюда по этому простому рецепту я использую пачку замороженных овощей. Безусловно, можно использовать и свежие, их надо приготовить. Промыть, очистить и нарезать небольшими кубиками. Получается своего рода нежная овощная запеканка кремовой консистенции, довольно сытная и, заметьте, без мяса. На приготовление блюда у вас уйдет чуть больше часа. Как приготовить цукини в мультиварке? Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Жду ваших лайков и комментариев. Нам понадобится: цукини 1 штука, мороженые овощи 500 грамм, морковь, зеленый горошек, перец сладкий, помидоры, сельдерей, луковица 1 штука, сливки 100 мл, сметана 2-3 столовые ложек, сыр 150 грамм, соль по вкусу, прованские травы по вкусу, чеснок 2 зубчика, количество порций 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Еще увидимся.